Почти 5 миллионов – это слишком дорого для одного автомобиля. Активисты проекта «За честные покупки» движения «Народный фронт» внимательно изучили сайт госзакупок и остались возмущены желанием правительства региона приобрести для собственных нужд автомобиль класса люкс – Audi A8. Излишествами и роскошью считают активисты требования, выдвигаемые к транспортному средству. Двигатель не менее 3,9 литра, 8-ступенчатую коробку передач, теплоизолирующее остекление, наличие подсветки ручек и дверей и солнцезащитные шторки с электроприводом. Активисты Народного фронта рекомендовали бы представителям власти поддерживать отечественного автопроизводителя и тратить бюджетные средства более рационально. Ну, 4,7, видимо, да, дороговато, потому что если мы смотрим статистику по другим регионам, то вот фактически такие закупки, они были отменены. 20 октября вышло постановление правительства, согласно которому федеральные чиновники могут приобретать себе авто стоимостью не более 2,5 миллионов рублей. Ну, и вы сами понимаете, что как бы градация идет дальше вниз для региональных чиновников и для муниципальных чиновников.